Благотворительная акция «Коробка храбрости» стартовала в ЕАО. Проводит ее региональное отделение «Единой России» по инициативе его секретаря, губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. В нескольких магазинах и торговых центрах Биробиджана появились коробки для приема подарков. Все желающие до 17 ноября могут положить туда игрушки, мозаики, фломастеры, раскраски, карандаши, настольные игры и многое другое, что может скрасить досуг детей, проходящих лечение. В канун Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, активисты «Единой России» навестят ребят в стационаре детской областной больницы и вручат им подарки. Благодаря акции «Коробка храбрости» времяпрепровождение маленьких пациентов в больнице станет веселее и разнообразнее. Никита Натапов, новости 21.